резко, резко положил. Люблю, когда вот так подошел, взял, заглотил. Ой, то, опа, еще хомяк. Ух ты, понятно. А здесь солнечный окунь. Здесь солнечный окунь. Еще и заглотил конкретно. И снова всем, друзья, приветик. Также приветик ребятам с Венгрии, Сане Трактористу, Сане Немцу, Виталию, с которым я вместе в домике жил. Вот, Виталию Чабану, Сергею привет. В общем, пацаны, здорово вам, держитесь. Ну, а мы, друзья, приехали на наше место, которое мы делали в прошлый раз в Камышах. И сегодня мы уже будем рыбачить на поплавочную ловлю в Камышах. Сейчас мы закормим вот такие три шарика с макухи. Просто макуха, без хлеба, без ничего. В окна сейчас побросаем три штучки. Ждем. Сейчас уже без 25 утра, так что, друзья, закидываем удочки, ну и ждем эффект.
Ах ты, подлец, солнечный окунь. Заглотил конкретно. Опа. Давай, 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 давай. Иди сюда. Вот, друзья, карасик подошел. Я не успел вторую закинуть. И уже есть. Так, смотрите. Язвочки у карасика. Но это не страшно. Это бывает такое. Ой, такой маленький. Маленький карасик. Отпускаем.